Приветствую вас, звездные граждане. Итак, у нас очередной фрифлай. Крис очень щедр и в этом году тоже. Итак, что же будет? С 15 февраля по 25 февраля у нас будет фрифлай. Можно перевести на русский. Вот. То есть вам надо сейчас просто зарегаться. Используйтесь реферальной ссылкой под видео. Вы получите плюшку. Я тоже, может быть, получу плюшку. И вы можете попробовать полетать, посмотреть, что будет. Так, пока неизвестно, какой будет список кораблей, которые дадут полетать. Но, судя по картиночке, вот можно посмотреть, может быть, что-то дадут то, что вот на картинке нарисовано. Не знаю. Вот. Ну, что-то дадут бесплатно в любом случае. Также у нас, естественно, день Валюши. Вот, само собой, вот тут такая вот забавная картиночка для любителей покопать. Ну, здесь ничего такого нет, они просто рассказывают, что вот День Святого Валентина начинают продавать F7 Hornet Headseeker, у него здесь нарисована такая девушка, вот, знаете, как на старых самолетах раньше рисовали, вот он здесь вот с сердечком, так видно, да, вот видно, вот видите, Май Валентин, да, написаны сердечки, вот. Вот, здесь также вы можете что-то купить, но, конечно, я не советую ничего покупать, потому что здесь у нас вроде ужасная страховка, 6 месяцев, не покупайте. То есть, если вы захотите какой-то корабль, можете спросить у меня, например, или там на соответствующих площадках и приобрести ее там лайфтайм, еще и подешевле, само собой. Ну, тут апгрейды продают выгодные, то есть, допустим, апгрейд вот в F7 Headseeker, вот он стоит $195, вы, например, можете из Катласа Blue, который стоит 175, то есть разница 20 баксов. Вы можете взять апгрейд, он будет стоить всего $10, то есть 10 баксов вы сэкономите. Вот. Но это такое. Кому надо, тот уже знает. И также у нас начался китайский Новый год. Здесь тоже вот они с 11 по 26, вот тут Red Фестиваль. Ну, это тоже... Видите, они тут по-китайски что-то пишут. Они будут продавать раскрасочки. Вот можете пособирать конвертики в игре. Вот. Красные конверты были спрятаны. Я не заморачиваюсь. Я никогда не заморачивался на эту тему. Вот. Можете купить шкурки. Сейчас тут прогрузят. Вот просто шкурки. Ну, я не знаю, почему здесь нарисован баран. У нас вроде год быка. Или что-то типа того. Вот. Ну... Китайцы. Вот, и разные кораблики. Тут уже тоже смотрите сами, вот, как по мне, проще купить раскраску. То есть, они продают геркулесы, апы в эти корабли тоже продают, потому что вот они должны буквально на днях, ну, в смысле на днях, на буквально скоро уже выйти, потому что в 3.13 патч уже вроде как у Вакати на тесте, соответственно, скоро... Я думаю, будет больше подробностей, и мы увидим какую-то информацию. Также выгодные апы в МИС, я не знаю, я не вижу апа в МИС, если честно. Вот просто нажимаем, он бросает вот в апгрейды. А, нет, это, они добавили издание Warbond. Просто дают возможность не апнуться. Вот оно, значит, это невыгодный ап, короче. Вот. То есть можете посмотреть. Ну, самое интересное, это, естественно, фрифлай. Я думаю, вот буквально 15-го у нас уже скоро. И они вывалят более подробную информацию. То есть, если вам что-то непонятно, есть внизу ссылочка на мой Discord. Заходите, пишите, спрашивайте, не стесняйтесь, что вам непонятно. Также, может быть, будут какие-то скидки на стартовые пакеты, неизвестно. Также не забываем, что 14 числа... То есть, вот в воскресенье я разыграю 2 стартовых пакета с Авророй. Вот, там, найдите видео, его видно, это видео видно на главной странице моего YouTube-канала. И участвуйте, есть возможность получить пакетик бесплатно. Все, всем спасибо, кто смотрел, не забывайте ставить лайки, подписываться. И всем пока.